Всем привет, с вами снова Денчик, и сегодня мы записываем прохождение GTA Vice City Among Night Zombie City. И со мной, как всегда, Гэт. Всем привет. Так, ну что, начинаем. Новая игра. Это получается, у меня сейчас стоит Vice City, и поверх нее еще мод стоит. Модификация такая стоит. Ну а так это по идее обычный Vice City, но ни хрена. Тут даже свой сюжет есть. Вот, мы давим этих зомбаков. Давим. Так, надо повернуть. Да, по-моему, вот это именно эта миссия была в мини-обзоре, но это так. Первый обзор был такой. Первый взгляд, так можно сказать. А сейчас уже прохождение. Сейчас попытаемся убить у байкеров там одного чела, там просто он с автоматом каким-то у нас. Или с дробовиком. Короче, надо там чела какого-то убить. Мешаться будет. Нам надо проиграть что-то там. Ретранслятор установить какой-то, чтобы вещало там, типа, какая-то хрень. Ну, оповещение, короче. Оповещение о начале Великой Отечественной войны. Ни хрена подобного, у нас тут апокалипсис, блин. А? Зомби, блин. Это так сказал. Я тут зомбаков давлю только так, блин. Я бы сказал, что первое ближе на ум пришло. Такое. Я тут зомбаков только так. Валю, у меня танк же, мне пофигу. Танк. Танк. Слава богу, я за вояку играю. Ага. Я, кстати, реально за вояку играю. Я, блин, эпизод из Форсажа 6 с танком занимается. Бери этот танк! Или чё там? Там типа, а где мы в дурели? У меня танк на заднице. Ой! Танк на заднице точно было, совсем в дурели я делал. Танк на заднице. Когда за ним, короче, едет, он едет на белой какой-то тачке, а вот за ним едет танк, и танк гусеницами эту тачку потихоньку начинает драйвить сзади. У меня танк на заднице. Это как его, Гибсон. Так, в этот раз я рисковать не буду, я бродку брать не буду, нафиг нужна она. Я только вчера, тогда рисканул, можно сказать. И меня эти зомбаки окружили, блин. Прежде чем строить, надо взвешивать все. Да ну нахрен, я не пойду уже. Я уже тогда, блин, от них еле как отбился. Да, чувачки. Вы респавнитесь прямо из воздуха, блядь. Эх. Они, блин, респавнятся из воздуха, блядь. Вообще охрененно. Так, чувачки. Так, выходим. И быстрым ходом на. Так. Вытаскиваем наш калаш. Что там у нас? Вот так вот, чувачок. Так, свободу. Я немножко некорректно сравню, но сейчас, походу, у тебя это вояки, это Красная Армия, а зомбаки это эти, как гитлеровцы. Фрицы? Это может сравнить с Великой Отечественной войной все время. На. Тут еще есть байкеры, блин. Как на. Бля. Выходи оттуда.
Байкеры, ты прав, французские кагуляры. Так, чё? Воу-воу-воу-воу-воу! Это нормально? Это ненормально. А как я стрелять буду? Всем пиздец. Надо было выйти все-таки. Ну ладно. Все-таки надо немножко групп. Ох, это групп. Поможет, а буду типа. Надо сундуком, да, сам. А, я ж стрелять могу с танка, ёпта. Но это мало чем мне поможет. Эти придурки снизу. Так. Вот такой сейчас трюканчик будет. Передавил? Нет, не передавил. Куда ты стреляешь, я не пойму. Или там зомби? Надо башню повернуть. Пацаны, будем пока перепроходить миссию. Жалко, что тут нельзя просто, блин, их. А, кстати, горелка, по-моему, есть, но лучше бензопилой, блин. Теперь надо сваливать. Повезло мне еще. Охрененно повезло. Бегом, 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 бегом. Так.
перезарядка тут не работает. Обрез зато тут есть какой-то. Дробовик, обрез. Есть. Так. Давай! Рамироса убили, ладно? Давай! Survivors are advised to relocate to the Hellfish Productions film studio on Thrawn Island immediately. Да ладно, ух ты ж, блин, выиграл со второй попытки. Так, что у нас? Зомби! О, тут эмка есть. Так. Отстрел фрицев ведем. Так, все, отстрел. Ну что, я свет включу. Так, что у нас тут есть? Снайпер. Ой, какой снайпер? Это спецназ. И еще ты кто-то еще. Ну, давай спецназ. Эта проблема была в Рамиросе. Да, вся проблема была в Рамиросе. Так, мы продолжаем. У нас игра вылетела. Так, тут надо выполнить вот это задание теперь. Вся проблема была в Рамиросе. Так. Вот. Этот грёбаный мод еще вылетает. Так, блин. Как на войне, блин. Так, что тут у нас за здоровье? Эмка есть. О, есть этот бронежилет. К сожалению, я запустил в Vice City на оригинале мод. Потому что Long Night что-то не работает. Придется на оригинале записывать Vice City. Хотя не вижу это, в принципе, никакого отличия. Что Vice City Long Night, что просто с модом Vice City. Не вижу, в принципе, отличий. Так, это я забрал. Приехали байкеры. Так, все. Они снесли вертоль наш. Опаньки, приехали. Засранцы. Так, чёрт. Бля, нихера себе тут месиво. Я, бля, нихера не вижу.
сука, дымовую кинули. Этот, блядь, будет кидаться коктейлями Молотова, блядь. Ладно, сейчас я сниму. Блин, вот это вместе. Хрен вот это дрянь. Нет, пацаны, ладно. Так. Блин, дымовая пропала. Ладно, хрен с ним. Ёх, ебать! Ни хрена ты шпаришь. Хренак. Так, что тут у нас? Дробаш, М-ка есть. Ебать ты, шмаляешь. 49 хп, блядь. Воу-воу-воу. Да. Надо гранаты брать. Так, что здесь? Здесь записки какие-то. Здесь записки просто. А тут у нас что? А здесь ничего. А, вот же. Гранаты. Вот это уже самое то. Сейчас мы их гранатами подорвем. Ладно, пацаны, ловите. Блин, я не туда бросил. Две гранаты осталось, где моя? Ладно, лучше поберегу гранаты. Вот так вот их подкашу. Эх, ёкарный! О, сработало! Крыса ты сраная. Прячешься. Так, я взял пулемет. Блять. Пацаны, вы кого стреляете? Я же здесь. Да, походу в меня. Прилетело. Нихерово так.
Здрасте, пацаны. Где-то тут здоровье видел. Так, хилку видел где-то. А вот здесь хилка. Хилка-то. Хилка есть. Это есть. Это есть. Так. Это есть. Так. Сейчас, блин, будет полный звездец, блин, эти байкеры уже достали. Так, пацаны сейчас будут дымовуху применять. Все, вроде всех убил. Но нет, это еще... Это еще не все. Это еще не все, надо их, блин. Тут еще. А, вон он, я его через текстуру вижу. А это как ты через текстуру ты видишь? А-а-а! Не знаю. Так? Походу. Походу. GTA Vice City, блин. Охрененный мод. Хотя бы какое-то разнообразие для Vice City, потому что что-то в стандартку как-то не хочется играть. Постреляй тут по зомбакам. Разнообразие какое-то. Хоть какое-то. Если я буду эту игру проходить, она, знаешь, это самое. Буду этих зомбаков стрелять. Со словами «бей фашистов». Так а я бил фашистов сейчас только что. Сраные фашисты. Так, чё тут у нас? Сейчас я... Ой, блядь. Хрена, блин. Жарит. Блядь. Да ничего. Миссии хардкорные, конечно, ну ладно. Шестьдесят один процент, ок. А хилки больше нет. Сука. Зато есть бомбы, блин, зато есть. Эти. Сейчас попробую. Вот это вот надо с эмки снять. А, нет. Это вот эту вот ораву надо гранатой. Все, пацаны, сюрприз. Сюрприз, мана. Ни хрена они там подзорвались, конечно. Нехило так. Так, ну что? Вот это вот пидорюгу надо убрать. Так.
стенку стреляю, блин. Как назло, их там трое. Давай, давай, я готов, я готов. Я просто тогда затупил, и мне сняли броник. Блин. Может, не надо брать пока броник, а тогда взять броник, когда... Нет, лучше броник взять сначала. Потому что жопа будет. Жопень будет, потому что... Так, все. Ну что, давайте. Хилку я подбирать не буду, я ставлю ее на всякий случай. Да, хилку я не буду подбирать, пусть она там будет. Так, тут я все подобрал. Ну, остался вот этот вот ангар, вот здесь надо подобрать. Да, снова приехали. Эх, да. Вот этих вот пидоров надо снять, которые там не мешаются. Или бомбы закидать. Не, проще бомбы закидать. Так их хотя бы легко урыть. Там, кстати, взрывается автомобиль, они, короче, подрываются конкретно. Вот такую подлянку можно сделать. Что ты там своей тарахтелкой, блин, тарахчешь, блин? Сдохни, тварина. Так. 53 брони. Ну ладно, хотя бы 53 сняли. Ну, а вас вижу, чувачки. Меня не проведешь. Оп, надо назад отойти. Назад, назад. Здесь. А, в руку попал, нормально. Руку попал нормально, чё. Так, пароль какой-то. Так, чувачки, надо суды. Опа. Опа. Хобана. Хобана, ну вот. И теперь граната. А, нет, гранату я же не подобрал. Но все равно гранату надо подобрать. Граната тут конкретно поможет. Воу-воу-воу, там, блин, чувачки стоят, так? Вот я вас что-то я прогадал. Кстати, а GTA это что, это шутан или что это, я просто забыл? С этим модом, типа того. Не, ну а вот вообще в оригинале GTA, что, в каком жарке это был? Вроде не гонки. Ну тут и гонки имеются. А?
Ну ты что-то смешанный. Нормально. Я сегодня. Остальное что-то по барабану, ну конечно, будет еще. В живот попал все-таки. Что-то с человеком достань, типа долго грузился с выключением ВП, кстати. Как старые добрые времена, это как его. Серия живи. Мостовская. Очень долго грузился. Ну, вот как-то за это самое все-таки. Вообще, я пришел какой-то Real Racing, выкладываю уже так не все подряд, там без толпа, делаю и все. По ноге попал. Может там улететь еще дальше. А у меня есть, если ты бьюсь, нет, но могу у тебя. Надо пускать бандита и потихонечку пустить. Все, чувачки, опасно, я взял этот пулемет. Там, по-моему, по своим бачи из него. Ну, в смысле, ставить по своим не попадать. Кстати, оповещение работает. Что типа. Зомби-вирус там. Да. До конца не до конца доехал. А вот. Так, ну что, надо закрыть. О. Теперь мы в безопасности, говорит нам чувачок, за которого мы играли сейчас. Так. Тебе что-то нужно? Да. Полная херня, это случилось с Рамиросом. Хэл, посвяти. Блин, не успеваю дочитать. Диалоги, блин, сделали бы... подольше. Да. Задание дали. Сейчас приехали. Чё? Поехали. Приехали. Так, возьми бочонок с какой-то хренью и погрузи сейчас. Бочонок с полохом, привет, Assassin's Creed. Нет, это бочонок с какой-то фигней. Наверное, эта фигня убивает зомби. О, это же фигня, может сказать, и полох, почему бы нет. Спримси чего-нибудь, например. Так, уничтожаем фрицев. К сожалению, это не 23-е. Ну ладно. В принципе, можно и так. Так.
Блин, вытащили твари. А, бегут, бегут фрицы сраные. А, вытащили из машины твари. Нормально. Может, теперь это в тачке возможно, там нет? Нет. Это, это хардкор. Ну да. Да, блядь, что там встали? Чё вы тут теретесь, а, возле тачки моей, блядь? Что, там кругом? Ну вы, конечно, блядь. Они чё, друг друга мочат, что ли? Нет, они просто стоят около тачки, придурки. Вот этот скрипт, алгоритм выполнения действий закончился, вот они и стоят. Команд от скриптов им нету. Пиздец, блядь. Нет. И как я должен их отогнать? Это пиздец. А эти стоят до сих пор, как копанные, блядь. Или клюкнул скрипт. Все, пацаны, я поехал! Это было непросто, блядь. Как это отогнать их от тачки? Да здесь в тачку и уехать. Так, ни хера подобного, тебя зомби могут достать из машины. Ну и так вот можно веселиться и мочить этих придурков, просто давить нахрен. Все это, блин, нечисть это, блин. Ну все, приехали, называется. Почти приехали. Так, за броником нахрен, я не пойду за броником, я рисковаться не хочу. БТР, нет, броник это не БТР, а броник это для меня. Есть же бронежилет? А, бронежилет, понятно. Не, я чуть не пойду. Ну нахрен его. Мне главное задание выполнить. Я пойду, может, подвижу еще, выглядел. Я немножко не туда поехал, ну блин. Неделю ничего не это, это я не знаю, надо как-то что-то подтягивать в этом плане. Неделю не активно сейчас поверить, я сейчас потихоньку. Только закрыл занавеску, солнце ушло. Вообще весь. Ну откуда солнце не прям тогда? От солнца закрыл. Старшего. Так, открою, хватит. Мне видно. Мне видно. Нормально. Что тут еще за задание есть? Так. Задание какое-то. Ну давай, чё, услышим. Мама, я пока все лицо вяжется. Улица в Полтавский шлях. Нормально. Ну, что это тут пост, да? Шлях, я не знаю. Это по-польски.
А ты помнишь, когда читали Half-Fathers? На Как это? Ты помнишь, что они там боролись? Поляки, что ли? Да. Поляки. Русские, кто тогда будет писать? Пиво Николай Первый. Охренеть, миссия! И этот, как его? Бордом Хмельницкий там, да? Нет, не помню. Давно это читал. Так, в этом году, и там поляки все время, они же хотели себе побыть шахтер. И все время заговоры крышки. Поляки сейчас хотят. Да. Сейчас с хохлами конфликты. Они такие хитрые. Где мой? Да ну куда? Я же как это как наркоман вниз хоть их сам. Я вообще ничего не знаю. Ты показывал. Это я слухаю. Уж показывай. Я пошел уже все, мам. Тот зря мог и пошел. Подоконник, столешницу. Движущим диван не помнишь. Ух-ё! Нет! Что в этом? Это миссия, блядь! Пожалуйста, не пила, ребенка, нет, убери. Ух, ё, да! Да. Дать миссию, он думает, что сложно, вам, он это, восклицание. Да, нахуй, бутара. Ёбкарный, ну ладно. Бля. А там задание? Давай сидеть. Так, тачки. Волки больницы среди там банд гонщиков. Примерно так. Я не ошибаюсь. Я не играл в игру, я могу ошибаться. Это сотовое, я удалил его там же с модом. Что ты это делал? А, ты это? Мне Аваст немножко это. А если все-таки не с Аваст? Вашим. А, ладно. Что, блять? Как я умер? Охренеть. Да. Вот это миссия, блядь.
Это она меня начинает. Пусть там перестреливаются. Это не моя проблема. Хьюка! Так. Хьюка тут. Не понял. Воу! Я не особо адекватный комментарий по поводу это. Сейчас слово там это ВЛТ хакинг, там вкуса не было видно. Человек пишет, типа видно, куда ты тыкаешь. Ничего не видно, куда я тыкаю. Да ну бред какой-то. Если сам улучшил, что нормально видно. А кто твою мать стреляет, а? Ах, вот тут в углу стояли, твари. Ну ладно. Охренеть. Да. Меня вчера все-таки убил этот придурок. Ой, ну что? Давай!
А, зомби. Да, блин, куча зомбарей. Воу! Так. Сира пишет, сейчас мы по этому линию существенно попёрт без лагов. И ноут перестал бы им крутить. Ну, конечно, попёр, оперативы тут добавили, вот и попёр. Без лагов. Но лин, хоть сам себе не так уж и лагов. Отрял рейсинг, да, уходит. Вполне лагов. Это не исправить, но сам по себе так. А у Линкса еще ничего. Кстати, одна миссия будет в закрытой машине. Они не смогут открыть машину. Даже интересно, как это будет происходить. Они, короче, будут пытаться открыть машину, она закрытая будет. Внутри или снаружи? Да. Снаружи, короче, закрыто будет. А они где будут? Внутри? Нет, снаружи. Не, что они будут делать? Пытаться открыть дверь, ни хрена не получится. Why?
Коменты проверил, выхожу. А, понятно. Ну чё у нас тут еще есть за миссия? Ладно. А, чувачок какой-то. Кстати, мы тут за каждого чувака поиграем. Ну, как в Warcraft, типа, за все слова. Не, тут, короче, нам чувак рассказывает историю, и мы за него играем. Надо, походу, надо... Воу! А оружия-то у меня нет. Ну ладно. Зомби поплыл со мной? Что? Зомби поплыл со мной. Ну сдохнешь ты по-любому от моей руки, зомби. Сдохнешь по-любому от моей руки, зомби. Ну, давай, буквально открываю. Всем привет, дорогие друзья, продолжаем проходить МФС Undercover. Со мной сегодня Данил, вам по телефону. Всем привет! Он сейчас параллельно снимает прохождение GTA Vice City с модом. Нестабильный, правда, мод, он иногда вылетает. Данил говорит, что мод нестабильный. Иногда. А как называется? Long Night. А мод Long Night для GTA Vice City. Вот Данил с этим модом проходит игру. Вот. Ну а что у меня? Не снимал так недельку, нехило. Вот. Ну что, ну, вернулся ко мне, по-моему, позавчера. Вчера я ему лимит снял. А нормально особое событие на Mercedes-Benz S155 AMG. Который получил от меня прозвище Баба Мобиль. За своего внешнего вида. Почистили, всем лопатку поменяли. Опять плюс 3 гига докупил я. Поставили. Нормально. Офигенно, даже я бы сказал, не то, что нормально. Тормозить так, как раньше, это уже приятно. Даже что вы это заметил. Прямо сколько видос с Мерседесом уже. Микрофон тоже стал лучше меня. Я потестил, стал лучше гораздо, чем раньше. Что ты мог тут дойти, а? Я же не знаю, как ты играешь, как ты играешь. Кстати, это прикол. Тачку на карте распрямил. Он тоже. В конце предыдущей серии тачку в другую сторону смотрел, по-моему. Я в другую сторону ехал. Вот тревочку видите, в кружке тачка так стоит. А я посмотрел, прежде чем начать эту серию записывать, конец предыдущей серии, тачка стояла, так сказать, носом в другую сторону. Ну ладно, что, это не особо важно. Надо тут проходить все. Давай, видос, долбаемся. Давай, Бугай, покажи, что ты можешь. Графон не сбился, нормально.
яркость на ноуте добавилась к фигам, я не знаю, что с ним делать. Как любую вещь. Это колбаса. Пушка. Приветик, приветик. А, это я так погоня. Ох, кайф. Пришел нулевый виндой, да, еще да, поменялось 64 дикого 32. Ну и ничего, не стоит вперед, машина или нет. А, ну давай дальше. Вот он. Я заезжаю, мы сейчас или съезжаю с него? Не, я заезжаю. Или нет? А, не, я поехал сейчас. Вот это просто. Сани, вырка закончилась. Давно там пусть два впереди. И ПСПшку. Это на ДМ тестить, как он будет работать. Мы как раз пойти ПКшну, чувствую ПСПшну. Или наоборот, ПСПшну, потому что ПКшну. Почему нет? Я в принципе пофиг, потому что так что. История. Он сам даже хотел побегать по лицу поехать. Уже вчерал. Я же позже английский установил. Запустил тест, он запустился, но я пока не профиль не создавал. Ничего. Ай, стоять. Блин, у меня еще нет места. Преследователи, вы уже не понадобитесь, я уже от вас. Похожий объект, никого не вижу. Похожий объект. Угу. Я тут не он, что я тут рухнул. Не снимал. Это стрелка, это будет послабление. Давайте спал в побеге. Замутим где-то еще можно до банка. Давайте вот здесь на себя.
Какие-то драпать от них это легко, а вот у Шкерполь там что-нибудь, это уж сложнее. Я всегда вон на поверил. Кстати, подвод. Ищи там надо. Куда, чёрт, спасать? Вот сюда. Смотрите, трафик в облаке. Бабах! И сам же поймал. Ну, нормально, чёрт. Сваливаем на встречу. Еще не свалим полосу, по встречке легко. Эй! Легко. Что трапы техники? Ну, зонтик можно включить. Кто здесь сказал, менты мне хмели? Знаешь, на него что менты сказал? Ага. Первую половину кадры. Поверить не могу, козел угрозал. Нормально. Остренький выражение по футболу. Я не знаю, что я здесь. Бигмастер тоже. Что ж, будет морой. Я бы наносить эту меня. Ну, ничего, замутим. Стараемся шкопу все-таки, это не гонки. Что-то... Улиц похоже купить, а похищенный вылез. Опс. Тим, ты искать. 5. Вместо тачки врезался в трафик не так. Бабах, привет. Плохой плохой. Меня фонарили, а никто бугать его отдавать. Нахуй повели. Нахуй. Че? Нормально. Цена тебе лоба. Привет, один. И тебе привет. Где я его толкаю? Прикол нафиг. Лобешник. Тут их мало, уже пятый всего остался. Где еще менты? Кто куда дапает? Тыщ! Я никуда не ухожу, я здесь. Я здесь, чувак. Я прямо рядом с тобой тут был. Вот последний мент. Это последний момент, да. Как кажется. Ну, пока. Чё, Димин, ты? Алло, ёп. Не в этой нога. Сейчас их больше будет. Где? А, вот он. А, вот двое как раз. Хули с ними церемония, что я на прерывателе поеду и там их сзади. Знаете, была бешеная, сука. А прерыватель. А где он? Я его не вижу. Или он там, на той стороне? Ука. И надо драпать на прерыватель. Прерыватель там, не здесь. Так, да, тут пока. Прерыватель не здесь. Лучше. Да, все, походу миссии закончились. Ладно. Кто там? О-о-о. Кто с кем там творится? Цены на накату, смотрите быстрее. Цены на накату, выкрики. Что там творится? О, самая та, которая миссия вам рассказывал. Миссия с вертолем. Смотрите на карту. Что с ментом творится?
вот эта самая миссия, которая бесит всех. Он на карте. Жесть. Завязку прикрою, солнце светит. Да, не пусло, но я тут поднимать ее опускаю. Че, че, не голову? Поднимаю вместо того, чтобы опускать. Фу. Договариваться. Давно не снимал. Да, миссия с вертушкой началась, которую я вам говорил. Давай, давай, не дом. Надолго, не так, у нас сейчас. Линии южные идут, для фото на коп. Окей, давай. Блин, чувак, ты как водишь вертолет? А, тут не сам застрел. Их много будет. Вам это помнишь? Ну что, мне не дает вопрос, больно. Давай заново, они там. А, заново хрен. Там их много было, они все уехали, все разъехались. Тут много было. Я что-то забыл классическую тактику, как я это делал. То есть подманивать к себе всех и вести до прерывателя. А кто-то походу где-то хочется будет зайти в лобашку. Что делаю? Что-то прижал с тебе, блин. Ай! Вот оно вот. Понял. Что, кого ты стираешь? Блин, в колесо попало. Я понял, толкнул трубу. Я собственно не сделал. А, тебе. На, нафиг. Пугать я сюда жал. Ох, нифига, я его не сложил. А, ёпта. А вот что. Так, подолг я тебе. А, да, езжай мягко туда. Сука, видели, да, вверху? Сука, я блин, видел. Этому чувачку в рамочку. Шины. Я вот ему не попал. Попал. Знаете, пугайте, пугайте, корей, блин. Давай. Пугай, вывози. Подводи меня. Как тебе? Пугай, не думай меня подвести. Я тебя потеряю, потому что здесь не дорогой сюда, в этой игре. Эх, занесло жопу в тачке. В развороте. Попробуй, а. Дам ему под зад, лучше попытаться. Попробуй. На гости вам не занимать место. Что, я притомазал питом, давай. И, мем. И сюда. Ну что ж, как всегда у нас игра вылетела. Ну ладно. Перезапуск игры. Все решено. А, вот прикол, за основную территорию. Прикол, когда я хочу врезаться в заграждение, я убежаю, что за бред. Бывает, не попадаю, да. Попадаю. И тут я обязан попасть по плохой. Спасибо. Да, вас тут много. Вот ты тут не знаешь. Я не знаю, я могу сказать. Я слышу, я сразу не так, это было... Суки! Прерывать, не прыгай. Прерыватель! Нет, я тут под прерывать не скажу. Бугай! Трупот! Когда, конечно, без колеса, конечно, трупот. Блять, надо прилазить дотянуть. Фух. А, что ж тебя несет? Мы тут говорили. Армия, арен. Сука, ну ладно. А первый ставит на бугатти, так и через бугатти, блядь, я так не меняю. Такое дело. Я пугаюсь.
Попотел второй раз, попозже получится уже. Ладно, давай, что у меня тут? Стал халявный, об этом давай на них. На халявный, не знал. Поехал. Ветик, а то я что-то бью они всех сразу. Как что-то творится? Считай, заведи. Ладно, забился. Самый фильтрик. Да, блядь. Бэху его не жалко. Вылетишь из меня нахуй. Оп, мою, сам меня влет. Эй, извините. Идем. Давай, выйди. Подпол вам, слышишь? Вот ты меня пупуешь. Ну не жалко. Эф, можно заново взять потом на халяву. Таком типа. Просто есть. Нет. Бывают? Нравится. А, самый уникальный, скажи. Там же тех упоролся, где сюда летать назад, что-то делать. Блять, от этого идти от меня, сволочи. Да, лежите под след. Блин, ахэ. Я там щупу не взяю, походу. Подожди. Как мне хочу сделать? Ладно, давай, подожди. Забомби. Легендарная фраза. Ой, мама, он пробил это заграждение. Супер вообще. Я люблю сразу. Мы так раз ментов, он такой, я учебное заграждение. Иди нахуй, не хуй. Это одна топовая фраза. Ну вы поняли, это нормально. Знаете вам. А я просто на правую поеду. Попробуй. Ой, нету зупоря. Так, где-то еще есть. Выхлоп, это смешно. Где-то я еще не пишу, скажите, пожалуйста. Эй, вижу нету. Поближе, это в центре ледяного тебе. Кандидатом? Тут же то 18 марта, ха-ха, да ну мне. Это бред.
Окей. Боль нет. Появился, лучше не в тему. А вообще не в тему назывался. Да вот они, блядь. Сука. Что за хрень происходит? Это тоже хрень, мне даже укрытие зажмут, прикинь. Ты сейчас скидки сломаешь. Внимание американцев, вообще для лопки, говорят, что американцы никто не смотрит. Внимание американцев. Это очень говорят, что снимают. Они там два дыха делают друг друга. Вы что делаете, камикадзе? Они друг друга бьют. Вот так вот вам, волосы. Вот он, коробок, смотрел. Он говорит, вот так надо бить. Плохо. Смотрите, где будет, что он сидит. Сюда, ты заходи, говори. А это... Я тут вот не вижу. Это необходимо обижать с гарантии. Это не пухая, я просто понятно, что не знаю, это будет. Уходите от меня. Так, тратик объехали. Мне надо же прививать это. Так, вот только не попсуй, пожалуйста, что ты не так. Потом уже пульс поддерживается. Да куда вы меня? Все, а нет, тут. Вы что-то чуть что придел после опыта, там уже на первый тренер за семьи. Минус поста. Раз я под передом убить сделал. Хм.
А все что? Удерживаться у бота. А, давай, отжимай, здесь поудобнее. Там, наверное, так. Все, думал он об этом. Автачку, которая загрязнее, не ударить и перевернет. А, пили. Вот и что, едем, потихоньку едем. Сегодня пока. Минус полосах. А, бля, я тут что-то делаю. Как его заезжать, что не нужно. Как что? А, время кончилось. Ну, все время. Саморез. Ну, все время, саморез. Мы серебристым боем, или ты это слушал? Ну что же, значит, пишет все. Что-то под ядро помогу уже окончательно здесь. Ну что дальше? Время дали бы сама, но это... А, так, да, кстати, вот, я сиди сюда. Попробуй. Или что, пожалуйста? Не в бот? Да. А, там он. Заметил не то слово, блин. Только одного, ладно, надо сбить как бы побольше, куда тебе. Что вы? Да. Блин, миссия задолбала. Задолбала. Убавил двоих, только одного. Так, все сюда, вот прерывайте. Все сюда. Так. Надо уничтожить эту всю ораву уже, впереди, ближайшим открывать там. Нахрен тут там это самое. Пошат, крик отходит, просто пошат. А заграждение на той стороне тепло. Я их не видел, они меня не видели. Понимаете? Да и нет.
Это не стоянка? Не, я сейчас стою. Стоянка. Какая стоянка? Вы о чем? Я. Стоянка. Ждем вот это будет... Я так и думал, что он не закончится. А там уже ничего не делать. Там делал, что он тебя уже спалил. Поехали, все. Что, деньги сделали? Да, они что, сделали? Ну, грабли, приехали они. Там уже не грабли, там уже слышали. Это, кстати, очень неприятно, смотрите. Вот оно, на стене так не получится. Ну давай, что решил придумать? Вот она в элементе сейчас не набрится. Сейчас тут не осталось. Ага. Тут много. Конечно, за 11 минут можно хватить. Блин, миссия для задолбового жопа. Сколько у меня тут подзапаривает, вот минус один. Минус одна сволочь. Минус еще одна сволочь. Три только, 15. Кто там приехал, они там же сидят. Скажи, где же будет крыть? Вот, поехали прямо, и все. Там. Это не бежал. Это классно. Лязный там. Прикол. Абдарь. Я не знаю. Здесь 57. Ну, что тут войс? Так, я готов. А поп, не надо такой. Эй. Алло. Супер гоним. А что тут были? Ну конечно. Оп, только что гоняет. Ааа! Слышали, что дизайн, ё-моё. Я что-то недовольный, начинаюсь сначала. Так, прошел все-таки эту миссию, пришлось немножко считануть, потому что тут невозможно огонь, блин, везде. Ну, Данил, ты молодец, конечно. Чего молодец, я уже задолбался эту миссию проходить. Ты как Сончик, по крайней мере, из выражения. А ты бы задолбался каждый раз эту миссию по 100 раз проходить. Огонь тебя убивал. Я уже не здравую. О, 14 из 5, как тогда прямо. Задолбался. Я уже не здравую, дураков. Вот, катаемся, пока времени течет. Ну да.
А что, я же вроде применил. Немного подлагиваешь, что ли? А, вот! Не факи. А менты куда разъезжают все. Да. Я подъезжаю, тут сейчас недавно я все вокруг меня. Хорошо, что у меня имеется Чид Энджайн. Я немножко всех ХП побольше сделал. Давай, как камикадзе прошел где-то сквозь огонь. Сколько это мы? Потому что по-другому никак. Это способ долбить. Я тебе говорю. Ага. Потому что по-другому тут никак не сделаешь миссию. Я уже сколько раз, блин, фейлился, тут меня поджигало тут. Эту миссию реально нереально пройти. Наверное, 200 тут охапку дурачков до прерывателей. И все, а там делать техники. Чит Энджайн пришлось применить. Все, все, все. О, миссия комплит. Угу. Хорошо, теперь вернем стандартное ХП. А, типа навсегда? Ок. Охрененное ХП у меня. 1000 ХП. Вау. Я тут погоню, наконец-то тут прошел. Знаете, пацаны, статичные тачки полицейские. Чисто 3D-модели статичные. А-ля, кстати, а-ля Most Wanted, заметьте. Тачки из Most Wanted стоят. Щеголь. Типа в полицейских участках. Такие 3D-модели, которые с тобой не гонятся. Статичные. Офигенно. А-ля Most Wanted. Ну ладно, что у нас еще вот уничтожить? Сколько надо? Так, все, стандартное это вернулось, это стандартное здоровье. О, блин. Какая-то прямо мента-серия получается, серьезно. Стандартное здоровье вернулось ко мне. Так. Ай, похвать. Нас. Ну, пришлось немного Чид Энджайном воспользоваться. По-другому тут никак. Назад, там привать уже. Прикинь, я Чид Энджайном ХП повысил. Ну, Чид Энджайном не стоит, Данил. Ну, если уж слишком это самое, ну, не знаю. Да меня задолбала эта миссия. Когда его легально прокачать нельзя, что ли? Интересно, без читов. Если нет, то это косяк. Мы меня задолбала эта миссия, меня поджигает. А, 9 минут, да, хрена себе. Прикалывались. О, можно бензопилой зомби помочить. Само собой. Это нормально такое оружие против зомби. Бензопилой их погасить. Вот так вот, Краун Виктория. Кстати, поджопник. Братья Марио, блядь. Пиздец нахрен. Вы чё тут устроили, эй? Взяли, сбили. Чё? А, нет. Козлы. На одну машину что-то много, по-моему, я приватил, задействовал, ну ладно. Ой, ну извините, пришлось немного вот так вот сделать, потому что Баста, кому миссия, Баста? Да, вот этому чуваку Баста, я помню. Теперь точно Баста, на нафиг, прерыватель. Так. Ну чё, погнали.
Или с этой стороны. Уже. Лабаш. Я же развернул. И пишите, фу, читер. Да вы сами попробуйте эту миссию пройти, блин, сами же задолбитесь. Я уже трачка пробил заграждение, все-таки. Где-то доработать. Сами, блин, попробуйте эту миссию пройти, сами задолбитесь. Там конкретная миссия. Если это не там если миссия не проходит, значит, косяк разработчик. Там ее вообще не пройти. Косяк разработчика. Кто мод делал? Ну, пришлось Чиденджайн. А по-другому никак. Так, наверное, я пишу и в описании, что это вот такая-то фигня, там миссия непроходимая. Виноват разработчик миссии. Разработчик мода. Пришлось читануть. Ну, Чиденджайн пришлось использовать. Эх, ну это игрушка модовая, как бы, но там вся ответственность на мододел положится. Ну, бывают косяки. Если бы в официалке сотовый чтили, то другой вопрос, а в модовый, если там что-то пройти вообще нереально, ну, косячное долго, бывает, долго, конечно. Ни хрена, то это куда делают, косякнули. Или накосячили, косякнули, что за. Ну конечно, ты как там, блин, там огня до хрена, как ты пройдешь? Недоработанный мод, этим все сказано. Там огня до хрена, блин, как ты пройдешь? Я вот тут твой мод немножко надо переделать. Убеней получился. Я бы переделал. Там. По крайней мере, гонки с копами по часу, это же сама не надо оттуда убирать. Надо прямо говорить, я сломался. Машина сломалась, а не ты сломался. Ебрить! Или это мент от лица своей машины? Или это мент от лица своей машины говорит, я сломался. Ну ладно. Сказать, у меня сломалась машина, но не то говорит, я сломался. Нет, вообще выражение я сломался, это знает, сломать, что не очень сломался. Там рука. Так и тачка сломалась, что надо говорить? У меня сломалась тачка. Нет вот. Ладно. Вау! Примерно, да? Как вот это? Ох, меня разбилось. Вау! Бля, это разбило. Так, пацаны, нам надо в клуб. За сутенера же играем, сейчас будем собирать девчонок. Так, погнали. Я сказал, да не жесть. Хренак. Блин, зомби мешаются, однако. Блин, вот, не знаю даже. Однако зомби мешаются, так. Да ёшки. Вау, пацаны. Вот она, эта метка. Так. Ну что? Приехали. На, блин. Да, немного закосячил, ну ладно. Это не фигня, короче. Нет, у меня времени 4 минуты, я так же не могу дополнить. Это место здесь рядышком, потом поехали. Тот же самый мост, пацаны. О, наверху. Надо еще на него заехать как-то. Парец скачивай, не понял. Где уж вроде никто не врезался, нет? Подожди-ка.
Бах. Ты, интерьер. Интерьера нет, а я прошел. Круто, ну ладно. Ну, колбочка, да, самодействие. Зубар, ты психовый такой, ну что делаешь? Разворачиваемся. Ага, промазал. Коробочка жил в машину. Вы, блин, менты, вы жжете мы домой, что ли? Коробочка, типа, блин. Машина и звука. Коробочка жил, сын не обидел. Коробочка, две машины, вы угораете? И коробочки минимум 5-7 тачек. Там здесь две машины. А вот сейчас таких больше стало. Вот смотрите, какие у них действия начались. Вот же парень уже один впереди, это самое, ну ладно. Телефон, там сада внизу. Конечно, заслон внизу был, я понял, поехал. Тапим, 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 пацаны. До побегного. Ок. Блядь! Это охеренно было в кавычках. Да побегнуло, а. Это капец. Побегнул, я подъехался. И пас. О, блин.